3, 2, 1, гол. На троечке. 3, 2, 2. Блять, Игорь, просто снимай это, я сейчас буду разъебывать. Давай, ебашь, Эндрю. Разъебываешь? Да. Минус Андрюх, да? Красиво, Андрюх. Ебать, жестко. Научишь? Не хватает еще опыта. Го в горы? Искать челов. Блять, парни, я не могу удержаться, нахуй. Игорь, снимай срочно. Ты минус, да, будешь? Ага. Так сальтуха-то была или что? Да что-то непонятно, я не видел, он ушел вниз. По тебе? Блять, я ебашу 20 градусов. Блять, я проверил, он вообще дует нахуй. Игорь. Меня плашет, нахуй, хорошо. Для того, чтобы проверить, нужно зажечь свечку и поднести кондиционеру. Слушай, я сейчас сижу весь мокрый, чего вы ржете? Да, Андрюх, ты удает. Чего? Советы. Какие? Начинается. Что за ретард, блядь? Буду. Что? Я не услышал, что, но я буду. Огурец, да, буду. Я, парни, сегодня у меня есть время. Могу позволить себе пару часиков поиграть с мужиками в Battle Unknown. Сука, Хим, ты хорош. Чё такое? Да и чё там. А что за фраза? Хуй будешь. Ну, очень интересно. Не, я пас. Ну да, мне что-то зашло. Не, на казарму 3 человека падают. Мне нужно скорость 35-40 примерно держать. Блять, парни. Какие 3 человека? Вокруг меня. Блять, реально. Мужики. Ёбаный в рот. Их пиздец до хуя. Ёбаный в рот. Членниксом там сел. И два еще сверху. Я с членниксом, ребят. Блять, она с волыной! Не убивай! Во вторую давай, Игорь. Не-не. Я думал, это как штаны. Так, штаны есть. Без шуток лучше. Балаклава. Блять, тут тип! Блять! Тут тип! Помогите, он на крыше сидит с дробовиком. Как он, блять, успел? Котлетка, иду. Лёх, я котлетка, блядь, он выходит что-то. Беги, братик, беги. Блять! А где, Лёх? Вижу, типа. Я... Два раза дал ему. Где он, за забором? Да, слева, вон он упал, Игорь! Убей его нахуй! Сука! А, это не меня, блядь! Тут почему ставка... он жив, а я нет? Щепетильная. Почему-то Патрики не показывали, что взлетают от него, без обид. А где тут челик? Чего тебя ебанули, Лёх? Так Лёху в барон. А это где был? В доме вышел, дал тебя. Справа флешка. А. Ещё тут, у дома. Ты чё? Сзади. В дверь зайдёт, отойди от окна. Ещё окна. Один. Хорошо. Нормально всё. Тачка! Да верну, блядь. Ну это классика, Лёха. Это классика, Лёха. Я просто всегда... Меня давит тачка. Ну тут, в принципе, от круга мы бы убирали. Да, Я услышал её где-то секунд 5 назад, эту машину, но решил заговорить, да, чтобы ты сдох. Я понял тебя. Грамотно. Да не, бегать хуйня, на велике норм кататься. Не, я зимой, когда зимой из бани в соседний дом бежал, голый, там реально хотелось побегать тоже. Охуительная шутка, Игорь. В смысле? Это не шутка, блядь. Это не шутка, это реальная история. Ну типа, а зачем ты сказал, где это было? Чего? Чего, блядь? Ты обдолбался? Всё, блядь, отстаньте от меня. Чего вы доебали за меня вдвоём, блядь? Нахуй ты? Говорил я тебе, блядь. Не доведут тебя до добра эти героины. Наркотики. Да ладно, чё я так попробовать? Ой, блядь. Короче, не знаю, я вот не видел, честно, порнуху с Шаей, но хочу глянуть теперь, я заинтригован. Кто такая Шая? Кто? Так она же не очень. Ну, Шая это, ну, блядь. Специально, ну, не то чтобы она прям не очень, но дело ж не в этом. Я бы посмотрел, дело, да, конечно. Что? Лёх, это называется, подсказываю, спортивный интерес.
Нет. Да, совершенно верно. Это верно? Да, но... Да не. Просто... Ничего не. Мне кажется, просто потому что она снималась в игре Престолов. Ну, это и... Ну, да, это и есть спортивный интерес, да. Да? Ну, ладно. Лёх, вон тебе написали Сибил, Кик, Килли. В чате глянь, психодел написал. Он, походу, эксперт. Ну, я потом, когда жена спать ляжет. Ну, ты запиши название просто, там, Ctrl-C, туда-сюда. Я принтскрин сделал давно уже. Понял. Ой, я нашел лошадь. Я нашел вазик. Флешка, не хотел бы ты, ответить за базар, да, Вазю? Какой базар? За свой. Какой базар? Я на тебя сейчас поеду, а ты ляжешь. Кстати, да. Актуально. Давай, я посмотрю на это. Если ты умрёшь, я тебя не правильно? Что-то хотя бы аккуратненько. В смысле? Так ты что, не уверен в своих словах? Ну, Игорь, видел. Игорь, я буду сидеть тоже за рулем. В смысле? Начинается шоу «Чудаки». Флешка, ты где? Давай. Ты хочешь сесть? Ну, оставь. Давай. На скорости ты что, я же сдохну. Да, окей, на скорости. Ложись. Вы не хотите это? Чего? Сейчас в круг поедем. Давай. А где круг? А уже пора? Тут не колесо. Я просто многоэтажку лутаю еще. Вы там зовите, когда пора будет. Получается, ты проотвечался? Не, ну я же выжил, как бы. Слушай. А если бы на скорости, я думаю, тебе было бы. Мне кажется, на скорости пролетает. Попробуем? Она же типа разгоняется или летит, нет? Ну да, я тоже так думаю. Да ладно. Девочку. Садись. Готовы, ребят? Ну, говорю, за левое дерево. Да. Блять, ну какой же ты ЛС? Высоси, Лёх. Я вообще от купола умер, да? Ну, блять, это чисто невезение. Чисто у него круг, он сидит за этим ёбаным камнем и круг на нём. Ну, чё это за хуйня вообще? Мне, блять, бежать по полю. Нет. Тут челы, ребята, хоббитах челы. Подкрепа. У тебя прям? Да, у меня прям. Я попал, кажется, в то. Я стрел, текстуры застрял. Помочь, помогайте. Меня не убей. Вырубил. И что, еще тачка тут подъехала. Да, кончайте, чтобы не палили. Ребят, еще тачка на хоббите, а друг сзади. Не сдавись. Вырубил. Убей этих ползунков. Ползунков убей. Одна еще едет, ребят. Нексиуса, спасите Нексиуса. Да, меня поднять надо, Андрюш. Прикрывайте. Тачка. Андрюк, поднимай. Тачка нас едет, Андрюх. Нежно. Андрюх, он вылез, Андрюх. Парни, он меня! Делает! Андрюх, он за руками осторожно, Андрюх. Тормови, блин, осторожно. Андрюх, сзади, ты чего, йод, что ты лутаешь? Патронов не было. Убил его флешка? Поднять. Да. Как раз, блядь, лоб у нас дохуя, поэтому... Ну да. Посмотрелся в чате. Игорь, а вон, смотри, слева дерево еще, поверни чуть левее. Ну все. Я пикник сидел. Сладкая мамочка. Я тебе чаёк? Да. Мужики, короче, я побежал делать чаёк. Давай. Надеюсь, расправитесь. Угу. Ох, Лёха. Каблучки, макияж. И этот день наш. Но не Лёхин. Ну, пятых сколько-то. Ну сколько? Я, парни, хочу арах. Пятый. Арахисового масла 50. Попробовать. Арахисово. Мне 60. Арахисовое масло, оно уже сладкое? Попробуй, Лёх, попробуй. Да, оно вкусное. Арахисовое масло, да, охуительное. Сейчас попробуем. Потравим. Лучше сейчас с анчоусами, Лёх, заходит. Нет у тебя? Арахисовое масло с анчоусами? Да. Серьезно, блядь? Пиздатая комбинация. Парня, 7.62 есть лишние немного? Нету. Блядский рот. Вкусно, Лёх? Ну, ты пас. Ты потому что без анчоусов, Лёх, ёбнул. Ну, это надо... Блядь, даже не знаю, с чем его надо. С печеньками, наверное, с кем-то хавать. Печеньками, блядь. Стас, тачка где?
топает тут ебаный. Блять, отойди! Ты ебанутый! Дал. Хэх, да, кино. Лёх, уйди, уйди нахуй. Уйди, а, блядь, она сейчас... Уйди, Лёх! Тихо-тихо, сейчас другая будет. Ладно, нормально. Андрюх, бери его. Красавчик. Подхавайся, брат. А тут не было, по-моему, подхавать, или Андрюх все спит уже. Кто бежит? А ты не свой бежит тут. Ребят, тут чужой. Нокнул. Блядь. Ещё. Помочь. Ещё один. Пиздец. Вы чё, блядь, занимались? Вы хули там ебались? Чувак, ну я уёбок, я согласен. Я начал, типа, этот, на перезарядку нажал. Блядь, видели, слышали вообще то, что человек там поднимается? Одному я дал, второму нет. Не, не слышал. Тётя, как они так ляпают жёстко? Просто он забежал, разъебал нас, как долбоёбов. Не, ну, в принципе, неплохо зарашили. Готовы троечки? Да. Гоу. Готовы ли троечки к нам? Илья, наверное, долгий. Ты узнаешь все скоро. Гоу. Я все и так уже знаю. Ты лутал уже троечки, Лёх, ты еще. Да я знаю, знаю. Я знаю. Ебать. Это троечки, троечки, лечим с ребятами на троечки. Нас 4 человека, все ребята молодцы. Только Лёха... Ладно, я не буду продолжать, там просто еще один куплет. Второго 10 хп. Сейчас будет меня выходить, на меня убивать, будет прикрыть? Ну, идем, идем, идем. Умрите, умрите, пидоры. Сдохните, сдохните! Так, а чего вы так далеко-то были? Да. Высосы. Говорю, есть у кого аптека? Я сначала 7 аптек. У меня не было ни одной аптеки, я бежал голый. Если у Игоря 3 аптеки, Игорь... У меня было дохуй аптек, в смысле? Ну, Леха назад куда-то бежал, ты мог стоять спокойно за деревом. Ну, у меня дохуя был аптек. 7 аптек. Так а нахуя ты бежал из этого дерева, объясни. А у тебя было 7 аптек, а у меня ни одной, а тебе было похуй. Ну да, потому что ты бежал, сдох. У тебя было 7, а у меня ни одной. Да, именно так все и было. Хорошо. Давай-давай, Лёх, взорвай. Может, взорвём её? Хорошо. Блядь, меня тут с крыши убивает, помогите. Из окна, да-да-да. Пожалуйста. Не бросай. Идёт. Блядь. Где, снизу он? Признали. Я убил его. Ой, кончи его, блядь. Сразу убила? Андрюх, так все кончились. Чё, да, вот он в углу сидит тут, парня. Да, да, сидит. Парни, изи без потерь. Без потерь. Изи без потерь. Бля, я помню, я так же видел в начале, это пизда. А вы сколько будете эту играть еще катку? Непонятно пока, Лёв. Ребят, я бы взял что-то на это, приколы на снайпе. Я пойду это... Тут чекпад есть. Я могу что-то дать? Сейчас приду скоро. Не, чекпад у меня есть, мне бы напало. Нашел, я прям этот... Special Forces. Набери Лёхи, Андрюх. А то мы сейчас простим полчаса. Ебать тебя дышка, Андрюх. В тазике моется? Не знаю. Спроси у него. Я понял, хорошо. Да, я понял. Давай. Лёха моет тазик, моется в тазике. Да, я понял. И кричит, чтобы мы подождали. Такая информация. Угу. Чё-то я представил это. Так а чё, на стазика не можете типа, поиграть? Крайница. Сидишь в нём и всё. Стрыжёшь. Чё твой голос? Топ 2 мажора вот это и в тазике. Ну может у них деньги все отбирают в АП, чё? Бедный Лёха. Мужики, здорово. О, здорово, клик в трейде. А, у меня здорово. Нажат уже. Сейчас приду. Я с этого. Тазик вылез, вылил и все. Не, я нормально потер там все. Улица прибегает. Кто рядом со мной к тому? Дред. Полрайт. Угу. Да, парни, слышу. Слышите? Я... Ебать! Мужики, блядь! Я так слышу шлепки вот эти. Как батя. Батя сидули. Сори. Мне кажется, потому что вот
Я не чувствую, знаете, подкрепа вот этой вот альта, боюсь, смотрю у Игоря на стриме, у Игоря в экране, значит, чел на балконе сидит и по мне стреляет, а Игорю похуй, на FK в тарелочь, блядь. Вот не чувствую поддержки, не чувствую, как-то, знаете, синергии, то есть, я не уверен вот в вас. Я вот иду вперед, мне не важно, сколько их там, 4, блядь, 9, 40, мне похуй. Я вот не чувствую вас троих сзади. Не чувствую ваше дыхание. Лёх, ну мы более тактичные. Зачем убивать одного человека, если он приведет к своим тиммейтам? Я не чувствую, кто в крейде, Лёх. Парни, я хочу чувствовать вас сзади, парни. Ты уверен? Звучит как-то двусмысленно. Когда я иду воевать, я хочу чувствовать вас сзади. Хорошо, Лёх, сори. Ты будешь чувствовать нас сзади. Давайте как боты за Лёхой бегать просто. Он все равно там нихуя не лутает, не видит, мы все будем лутать. Ой, блядь, по мне нихуя себе! Парни, да как они так делают-то? Ну я ж их даже не вижу еще. Ой, вот пидоры. Спасибо, парни, что взяли поиграть. Мне было очень интересно, надеюсь, вам тоже. Спасибо тебе, Лёха. Увидимся снова еще когда-нибудь. Да, когда-нибудь, да, обязательно. Пока. Обязательно когда-нибудь увидимся. Пока. Где Стёп позвал?